Огромный паучара на даче блестит в последних предзакатных лучах солнца. Он даже убежал, вон он бегает. Как он быстро перебирается вообще в мире животных, да, вот. Передача в мире животных, вот. Представляете? Ну, а я расскажу, что тут не растет, да? Вот. Два тюльпанчика, видите, какие вообще суперские. Многие не поймут нифига, вон остатки ландыши разрослись вон туда. И тут еще вот тюльпанчики, да, под яблони, да. Яблони, кстати, цветут. Но вот это не яблони, но она цветет тоже. Вот, смотрите, видите, офигеть. Вот, типа клубничные ряды, да. А тут он выкопал все, да, накопал. Что-то насажал, а толку никакого. Не знаю, что получится от этого. Вот еще этого серьги сохранили с прошлого года. Я их оставил тут вот на этом клочке с палкой. Я оставил этих васильков целую кучу. Вот. А в этом году они что-то не разрослись, их только чуть-чуть вот. Незначительно они есть. Встречаются вот такие вот они. А все остальное пока, да, уныло как-то смотрится. Вон поляна-то их. Вон их поляна-то где. Они теперь в другом месте просто выросли. По какой-то причине. Да, на какой-то из них дал семена. Вот их. Ихняя поляна. Вот такая вот она. Офигеть, да? Офигеть. Вон они даже разноцветные, да? С одного куста разные цветы растут. Разные, то есть цвета. Вон фиолетовый и синий есть. Вот, офигеть не встать. Вот крыжовник. Началось у него цветение, да, вот видите. Цветение крыжовника. Ну, а так вроде все. Вроде там ничего нету. Вот улитка. Страшная улитка. Ползет вообще. Жесть. Вроде все, как бы да. Че еще можешь показать? Ничего, вот. Сирень, говорит Галя. Но она не цветет, по-моему. Жасмин цветет. Вот даже прошлогодние тут оставить. Эти. От жасмина. Ну, кстати, у меня как он цветет, он стоит у меня на фоне канала. Вот. Посмотрите там просто, да, выйти на главную моего канала и посмотрите, и он там цветет как раз. Вот паук готов бежать на любое, то есть любое, что пошевелится. О, он готов прям бежать туда. Вот. Ну, он маленький какой-то, да, но он круглую паутину плетет. Наши городские не такие, они где-то в углу плетут какую-то хрень, а он круглый по центру, это только в частном секторе бывает почему-то. Такие пауки только в частном секторе. Не видно нифига уже, да? Уже закат. Закат полнейший сейчас. 10 минут и будет закат.